никто не совершал ошибок молодости. Господи, как это все-таки страшно, просто прийти и сказать: «Здравствуй, я твоя мама». За которые после расплачивался. Я вам не дочка, у меня никогда не было матери. Кто жаждал прощения. Доченька, умоляю, прости меня. И получил его сполна. В поисках ответов на вопросы жизни. В документальном сериале «Настоящая жизнь». Будем внимательны к близким. Ведь это делает нашу жизнь настоящей. С Эммануилом Виторганом. В будни на 7-м.